Автомобильный мост между поселком Ильским и станицей Дербинской строят с опережением графика. По словам подрядчика, если позволит погода, в эксплуатацию его введут раньше середины декабря. Напомним, что масштабные восстановительные работы потребовались после обрушения моста через реку Иль весной этого года. Для жителей Дербинской обустроили временные переправы, пешеходную и для автомобильного транспорта.